Изучением общественного мнения занимаются не только профессиональные агентства. Самый популярный форум Чувашии пестрит опросами. Итоги голосования и комментарии активных пользователей в нашем пятничном обзоре. Дано. Семья – два взрослых и один ребенок. Зарплата взрослых – по 12 тысяч рублей в месяц. Итого 24 тысячи. Значит, доход на одного члена семьи – 8 тысяч рублей. Можно ли эту семью отнести к среднему классу? Согласно результатам опроса, большинство считает ее, если не нищей, то бедной точно. Не понимаю, откуда вообще средний класс могло возникнуть определение при таком раскладе. Если есть квартира и нет кредитов, то это еще ладно. В противном случае последний вариант опроса. Нам в Чебоксарах при стабильном доходе в 25 тысяч на семью и 4 человек на все хватает. Даже на море летом можем ездить. Если в семье есть курящие, это тоже ударяет по карману. Для тех, кто хочет бросить курить, предлагают новую услугу – биомагниты. Но форумчане считают, что это вряд ли поможет. Хочу попробовать. Но боюсь, что как и электронные сигареты, такая же ерунда. Всегда настораживают объявления о чудо-средствах, используя которые, не прилагая силы, получая желаемый результат. Я вот в один прекрасный момент взял и бросил. Без всяких пластырей, магнитов и таблеток. Стаж 17 лет был. Силу воли надо иметь. Не за горами длинные майские праздники. С 1 по 4 и с 9 по 11 мая. Чем заняться в столь долгие дни отдыха? Этому был посвящен очередной опрос на форуме. 35% признали, что начнут в эти дни дачно-огородный сезон. Около 30% выберутся отдохнуть на свежий воздух. Меньшая часть опрошенных отправится в другой город или страну. Нашлись и те, кто останется дома или будет работать. Национальное телевидение тоже часть праздников проведет на работе, чтобы наши телезрители всегда были в курсе событий.